Ну, то, что погас факел, это, конечно, неприятно. Это наши недоработки в технологии. И где-то мы даже лажанулись, я бы сказал, на всю Европу и даже на весь мир. Вот. Ну, знаком это, как я думаю, считать и можно, и нельзя. Вот. Просто как неприятный случай. Может быть, он сейчас как-то насторожит наших технических работников, весь арсенал технический, и они и больше с них требовать будут, и они будут лучше выполнять свою работу. То есть это какой-то как призыв профессионализму, что ли, технического арсенала Олимпиады 2014, Сочи 2014.